Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и если вы первый раз на этом канале, то обязательно подписывайтесь на него, потому что я первым выпускаю видео по поводу новостей и разбора всего, что в игре происходит, вне зависимости от того, что это, товары в магазине, новые танки, бонус-коды, ну вообще все, что касается по поводу World of Tanks Blitz. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем свои комментарии. Недавно, ребят, буквально несколько дней назад проскочил вот такой вот интересный шортик, который вы увидите буквально через пару секунд, в котором Анна Тор Тортики Артур Нонейм говорят о том, что в ближайшем обновлении что-то должно произойти грандиозное. Причем это грандиозное повергнет в шок каждого танкиста. Ну и в частности, ребят, для того, чтобы попытаться разобрать данный спойлерок, необходимо сначала сам шорт посмотреть, что предлагаю, в принципе, и сделать. От союзников как ты хочешь отбиваться, расскажи? Не знаю. Поговорим об этом в следующем обновлении. Хорошо. Есть у нас сюрприз на следующее обновление, друзья. У вас порвет башню просто. Как у червей. Да, круто будет в следующем обновлении. Я думаю, вы потеряете просто дар речи. Ну, не настолько все, а то ты сейчас обнадежишь. Так я ж не говорю, что это хорошее сменение. Оно просто оно очень удивительное, да. Вообще-то оно отличное. Вот такой спойлер. Ну, Артур нравится, поэтому, если что, все вопросы тегаем Артика, говоришь, Артик. Ой, нет, ты меня подставил. Да ладно, тебе три человека. А, ладно, 5 лет работаешь. Привыкать, это ж не ключи за стрим, так что что ты. Ну что ж, ребят, давайте будем разбирать эту загадку, и, как я понимаю, скорее всего, речь идет о введении возможности в игре наносить урон своим союзникам. Возникает только вопрос, в каком именно варианте это будет реализовано в игре. Это будет так, как в больших танках, то есть в любом бою ты, в принципе, можешь наносить урон своим союзникам, но если делаешь это несколько раз за бой, то тебя выбрасывает из катки и блокирует возможность захода в бой на какое-то определенное время. Или разработчики это добавят в виде отдельного специального режима, а возможно, мы сможем заходить в бои, сами выбирая с возможностью или без возможности нанесения своим союзникам урона. Ну и, соответственно, команды будут собираться из игроков, которые выбрали для себя такую функцию. Не знаю, ребят, в каком конкретно виде это будет реализовано в игре, но у меня двоякое отношение к данному вопросу. С одной стороны, это добавляет реалистичности. Да, действительно, стрелять по своим союзникам порой хочется и чешутся руки дать кому-нибудь пинка под зад за плохое поведение, а с другой стороны, ребят, мне кажется, что это существенно усложнит игру, ну и в частности будет дополнительными проблемами, особенно для тех игроков, которые играют на портативных устройствах, потому что очень часто бывает такое, что твой союзник стоит на линии огня, с собой частично перекрывая соперника, и ты вроде бы пытаешься через своего союзника выцелить соперника, и если ты в него не попадал, то попадал в союзника, и ничего страшного. Но теперь, скорее всего, за это можно будет поплатиться, или, по крайней мере, за твою ошибку поплатится игрок, который играет с тобой в одной команде. Не знаю, ребят, по-живому увидим, что из этого получится, опять-таки посмотрим, да и в конце концов, если игрокам не зайдет, то, возможно, мы сможем додавить разработчиков, чтобы вернуть все обратно. Ну а если нам понравится, то всегда сможем им об этом сказать в виде своего мнения, отправляя соответствующие комментарии в разных соцсетях. Не знаю, чего ожидать, но ожидаю, что все, что не делается, все к лучшему, по крайней мере, этим пытаюсь себя успокаивать. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, обязательно подписаться на этот канал, на другие мои проекты, ссылки на которые вы найдете в описании, ну и обязательно приходить на мои прямые трансляции. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.